Всем доброе утро. Переехал обратно. Они поехали под диван в Тюмень и попросили меня сдать молочко. Вот, приготовили мне молочко. 8 часов поеду, сдам молочко. Выгнали коровок за ограду. Сейчас пойду их посмотрю, где они. Вон бегают курочки за мной, кошечки бегают. Все хозяйство. Пойдемте посмотрим, где у нас коровки ходят. Вон там он. Ходят у нас коровки, похаживают. Пойдемте туда сходим. Посмотрим. Сейчас погонят 8 часов. Ой, 7 часов их туда на пастбище. Пастух заберет и погонит. Надо их только посмотреть, чтобы они далеко никуда не убежали. Все, сейчас пастух заберет всех коров, и они пойдут гулять. Сходила, посмотрела коровок. Пастух уже их угнал. Что-то сегодня рано. Я сейчас буду ждать до 8 часов и понесу потом молоко. Тут ходит курочка. Петя. Ой, что ты кушаешь? Привет. Что ты кушаешь? Да не надо. Все, мы поехали с Ваней. Ой, непривычно, еще не умею молоко. Поехали с Ваней сдавать молочко. Сейчас дадим и приедем обратно. Да? Скажи всем привет. Всем привет. Добавим сейчас на улице тепло. Сейчас повезем молочко. Здесь у нас принимает молочко за углом. Тут пожарка. Молочко он сдает. Все, сейчас поедем домой. Отвезем ей, приедем маме кушать, готовить. И будем кушать, готовить. И Вася стал там смотреть, на Наташа на нас стала. Тут школа наша. Школа, садик. Вот внизу сюда. Садик, а наверху школа. Вот здесь я училась, вот этой школы. Она до 11 классов. Школа хорошая. Все, сейчас поедем домой. Идем в деревню немножко. Какая тут у нас деревня. Вчера мы ездили кататься. И такой у нас был вчера такой красивый закат был. И я ни телефон, ни камеру, ничего не взяла. Всем такая красота была. У нас озеро вдалеке есть. Догоняй, Ваня. Так рано встал. Рано встал, выспался. Поворачивай. Курицы вместе с кошками играют, тут ходят, похаживают. Интересно так? Петух, курица и кошки с котятками играют. Они их охраняют, наверное. Ага. Все, поедем домой. Ага. Сейчас пойдем купаться с сумкой. Сегодня жарко вообще очень. Вон оно, озеро. Thank you.
Привет, привет. Вон они стоят. А что, купаться-то пойдем? Да, пойдем. Пойдемте купаться. Я просто для Сережи не пошла. И что? Он на работу уже поехал? Он ушел, но он я же видел его. Пойдемте. Ну. Что, пить захотел? Не, я это, в лужах не купаюсь. Надо? Я только в море. Я как-то елка. Вот он. Телефон не взял с собой? Взял, вон он сзади. Она это на меня уже не прыгает. Да. Она пить хочет. На, налить ей. Ты, наверное, с ней бежал, вон. Так. Матвей, смотри, она вырвется и убежит. Да. Я в телефоне сидел. Аня, закрой, пожалуйста. Закрой, я поплыву. А знаешь, что я делал? Я в телефоне сидел. Ничего хорошего. А, играть, гулять, а не в телефоне. Целый детский садик. И умка в передачу. А знаешь, что я хотел сделать? Вот такой садик, Сашка. Море. Орловское море. Ой, там на воду, как и свою воду. Поплыла, а? Тут же песок, а? Она смотри, пофиг. Оператор, раздевайте, стерите, дачу. Но. Че, ты не хочешь, Матвей? Он с тобой пойдет, а один не пойдет. А ты надо было, я трусы даже не взял нормальные. Че? Так нормально. Вот надо было этот взять. Че? Что? А, аква-то, но для воды. Сейчас она это, надо отходить. Надо ее подальше отвезти, а то она сейчас отряхаться начнет. Покупалась, да? Ну, спасибо, что покупали. Ой, ну-ка давай, пойдем туда. Иди сюда. Давай, отряхивайся. Письма прочитает, подожди. Тут собака может. Вася Умку пошел купать. Она там увидела уток, и ей надо уток. Она за утками все хочет. Что? Нет, туда не надо, там грязно. Ножки мокрые и грязные будут. А, сфоткай, давай. Это он правильно. Давай, садись к маме. Сейчас она. Довольная такая. Накупались, побежали домой все. За руки яйца таскаются. Накупались, хорошо. Я первый раз купался 25 мая. Хоть не на море, так здесь покупаться, да? Где-то еще есть два озера. Ой, блин, я наступил на что-то. Два озера. Одно соленое, а другое пресное. Вот мы думаем туда. Но тут недалеко. Но думаем туда съездить.
Да? Съездим, времечко будет. Ну. Работу все сделаем, съездим, отдохнем. До дома тут недалеко. 100 метров, а? Я вам босиком вообще по асфальту. Асфальт горячий, аж ноги печет, но... Никаких шлепок не надо. Ну, тени. Никакая. Кто? А, ну, купольная. Нагостились, пошли домой. К дедушке с бабушкой, да? Наташа осталась с Ваней гостить у тети Оли с дядей Сашей. Дядя Сашей? Ой, дядя Сережа, я считаю, это жарко. Сейчас вот ветерок подул. Ну, хорошо, вон, похоже, дождик будет сейчас. Да, немножко, немного, да? Дождь начнется. Но в Тюмени был. Привезли мы дождик с собой по заказу. Ну. Так что все будет хорошо сейчас. Польет огороды, надеюсь. А что надо было брать? Потом же придем сегодня еще туда. Угу. Чего же, кушать можно? Угу. Смотри, Матвейка убежал. Ну-ка, стой! Ага. Наша клякса. Рыжего котенка мы отдали. Ну что думаем, хватит и так кошек, да? Осталась у нас одна клякса. Не одна. Машка и ну, это. Ну, Ёшка, понятно. А этот Ёшка, он чем наестся и уходит куда-то, спит он. Кто? Этот. Этё. А, пойдем покажем. Сало же там коптится. Угу. Все хотел заснять. Где? А? Где? О, вот тут коптится сало. Сейчас. Вот это коптильня такая. Это прям как у нас. Угу. Да? Ну, они весь бочки. Писай еще насыпали туда под песнеток. И поставили, видишь ее как. Таких пищи и песок. Тут же видишь, что еще за... Тут печка. Не трогай, горячая. Угу. Что тут можно уже ставить? Угу. Ой, не видно. Много там сала. Да, много сала, вон коптится, сало вкусное вообще. Да ты, Матвей, не до это не увидишь. Давай я телефон положу, тебя посмотрю. Ой, только смотри, чтобы глазки дым не было. Смотри, все. Вон, видишь сало? Ой, глаза заела. Кеша. Ты где был? Кеша. А, Кеша.